Всем привет, друзья, с вами Купру. И сейчас я буду на своем аккаунте поднимать Динамайка на 20 рангах. Карта Штольня, поэтому надеюсь на то, что мне попадется кто-нибудь из метателей, и мы войдем в тиму. Да уж, последний ранг на Динамайке. О, есть барлечик. Леон, ну давай тебя возьмем. Ой, барлей, прости. Не хотел. Думал помочь. Так, лишь бы нас не закрысил этот Леон. Ой-ой-ой, как опасно. Леон рядом пробежал. Ну не, он вроде нормальный. Я не понял, что он бегает возле нас, как будто мы его должны прикрывать. Так, Эль Примо, к нам в тиму нельзя тебе. Леон, ты давай иди побегай, то как-то напрягаешь сильно. Ого, уже 5 человек осталось. Сколько у меня там уже кубков? Ну это я за победу получу 5. Ой, 5, 2. Отлично, Бо убил. Главное не заходить вот этот главный куст, самый большой. И просто вот так вот отстреливаться. Ну, возможно, получится подняться больше этот... А, меня Леон закрысил. Ну ладно, я и так уже этот, третье место занял. Хорошо так. Все, 20 ранг. А ну попробую еще чуть 500 с плюсом его поднять. Может где-то на 510. В принципе, где-то так четвертое, третье место забирать как раз можно. Ой-ой-ой, что-то слишком много танков. Ладно, пойду в этот угол, где дофига бустов. Так вот, если тиммейта не найду, то хоть буду сильный. Четыре баночки есть. Ой-ой-ой, Эль Примо, куда ж ты бежишь? А, я из-за него ульту потратил. Что, испугался? Блин, как бы от Шелли избавиться? Одному реально очень сложно. Никого из метателей нету. Рядом со мной. Ну, одно радует то, что я уже 5-й, и это значит... О, есть, плюс 4 кубка. Так, надо занимать эту позицию, потому что тут там меньше всего вероятно, что до меня достанут. О, вот тут, как раз вот здесь, где порубано. На, Шелли, получай, где ты там? Ё-моё, промазал. Это, в принципе, и так нормально. Даже не знаю, куда стрелять. Она может быть где угодно. А, ну все. Капец, второе место. Так даже без тимы. Хотя я рассчитывал на какого-нибудь тиммейта.
Вообще, карта идеально подходит для метателей, ну и, само собой, всяких танков. Ой-ой-ой, Биби, куда бежишь? Так, главное действовать аккуратно, потому что все-таки сливаться вообще неохота. Думаю, следующего буду поднимать Фрэнка уже на 500, там тоже осталось немного кубков. Тик, поехали в Тиму, да, давайте. О, отлично, я нашел себе команду. Так, а ну попробуйте бусты забрать. Надеюсь, меня за это не убьют. Все, хорошо. О, там кого-то убили, что буст вот вылетел. О, есть минус Леон. Бери в этот барлей, давай. У меня и так-то 4 буста. Ну а Тику они вообще по сути не нужны. Он и без них силен. Главное держать дистанцию от этих кустов и так вот подстреливать, чтобы не давать никому подойти. Ну давай, Барлейчик, может обнаружишь их. Барлей, ты что, не атакуй меня? Где она? Я вообще не вижу. Там Шелли одна. А, вон далеки. Так, о, отлично. Ого, ничего себе, первое место. Ну, это было шикарно. Ну, все, думаю, на этом уже можно заканчивать. Ну, а с вами был Копрум. Всем удачи и пока. До новых встреч, друзья.